Какой рост? 177. В Москву съехались участницы конкурса «Мисс Россия-2014». Первым делом девушек, претендующих на звание главной красавицы страны, попросили заполнить анкеты. А затем с каждой из участниц сняли мерки и измерили их рост. Девушкам подобрали купальники по фигуре, конкурсантки тут же их примерили. Десять самых красивых девушек отберут 10 февраля. Именно они будут бороться за выход в финал конкурса «Мисс Россия-2014», который, кстати, состоится уже через месяц. Корону на голову победительницы торжественно наденут 1 марта.